Всем привет! Ты с нами поздоровалась? Привет! Да, я с вами. У нас куча-куча сумок, если бы не ребята, мы бы тут уже загнулись. Очень сложно нести их, мы еле все впихнули, и у нас перевес, наверное, и вообще у нас все плохо. Ну ничего. Оптимистка. Ничего, сейчас все будет хорошо. Никогда не покупайте ничего у китайцев. Смотрите, этот чемодан пережил две поездки. Первая поездка, два перелета. Первый перелет сломался замок. Мы его там молотком, ножом открывали. Второй перелет, сейчас смотрите на колесико. Она стерлась. Оно вообще уже не функционирует, смотрите. Она просто не крутится. Спасибо, китайцы. Все, мы уже летим домой. Не домой, мы летим в Ганновер. Мы очень устали, нам очень жарко. Если бы вы видели, сколько у нас на security контроле, сколько у нас было этих досточек, ну, знаете, чтобы заложить ноутбук, чтобы все проходило через детекторы. Да, больше всех у нас было. У нас там, наверное, этих ящичков у нас было там, 7 или 8, наверное. Что, нам пришлось снимать ботинки, снимать куртки наши. Я надеюсь, нас следующая авиакомпания пропустит без проблем. Кстати, вон эта полка, мы почти всю ее полностью заняли. Да, это просто наша полка вся. В общем, наш рейс все-таки задержали на 40 минут. Да, самолет так считает правильно, сейчас по состоянию. Я думала, что люди ходят по самолету. Чем прям на нашу полосу, с которой мы летаем, прям только что вот приземлился этот самолет. Сейчас сразу за ним только уже будем летать. И сзади уже другой подлетает. Сегодня работает только одна полоса. Да, поэтому сегодня вот так вообще. Мы в Ганновере. Да, мы прошли по контролю все. Почему? Нас ничего не сняли вроде бы. Хотя мне полголовы отрезала. Это красиво, да? Нет, я хочу, чтобы меня было. Ну да, у меня, конечно, не очень вид, но все равно. Вот так? Да, вот так. В общем, все хорошо. Да, мы сейчас уже садимся. Катя в четырех там свитерах, ей очень жарко. Да, реально. Да. Третьего. Вот. На земле. Да. Все, мы сидим в автобусе и едем в аэропорт. Куда? Ну, мы уже в аэропорту. Терминал. Да. Мы сидели возле окна, поэтому мы вообще ничего не снимали в самолете. Скучно. У меня пара, не знаю, видно ли. Зайдем домой. Авроська! Аврорик! Привет! Привет! Ты не узнала нас? Моя собака! Привет! Привет! Привет!
Собака! Собака! Скользи! Собака! Привет! Иди сюда! Ой, я тут ты скользишь! Привет, а вроде! На всех попрыгать. Восьми так много. Колёси Собакин. Колёси. Колёси Собакин. Скользко тебе здесь, да? Ой, скользко. Бедняжка. Они же хочется вот так. Ой, папа. Всё. Собака. Мы дома, мы приехали. Авроська, скажи всем привет. Это звезда нашего блога. На ближайшие пару недель. Ничего себе. Ничего себе. Тёма. Тёма. Авроська, Тёма. Такое классное чувство, просто класс. Тима, ты рад? Да, очень. Авроська, он тоже рад, она косточку грызет. Здесь так светло, да. Здесь нет желтого и зеленого цвета. Да, я так рада, это такая большая кухня. Я класс. Так радуюсь. И сейчас я вам покажу наш стол. То, чего я очень-очень хотела. Суши, яблочный сок, огурчики, мясо куча и киевский торт. Класс. И что тут еще? Еще одни суши. Чабата из сельпо, я очень ее хотела. Еще одни суши. А еще икра и фуагра украинского производства. Класс. Салюты в честь нас. Спасибо, мам. Все, хватит, да. Все, мы будем ужинать и отдыхать. У нас была сложная дорога. Всем пока-пока. До завтра. До завтра.